Тверской области, как и по всей стране, в нынешнем году все же состоятся торжественные шествия в честь юбилея Великой Победы. Напомним, что в Москве парад пройдет 24 июня. В этот же день военные будут маршировать и в двух городах Верхневолжья. В Твери на этот раз выбрано новое место. Это Московская площадь, на которой находится мемориал «Город воинской славы». В празднике предполагается участие 35 парадных расчетов, более 1700 человек, 23 единиц техники. Среди них зенитно-ракетные комплексы С-125, С-200, С-300, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня «Смерч». В том же духе 75-летнюю годовщину разгрома нацизма отметят и в Ржеве, жители которого увидят тоже не только чеканящих шаг солдат и офицеров. В этом году у нас будет особый парад, будет проходить военная техника по улицам. В Твери это будет новое место около стелы города воинской славы. И я уверен, что это уже такой будет серьезный новый формат, который даст много новых и интересных ощущений, впечатлений для жителей города Твери и для всех жителей нашей области. То же самое мы рассчитываем, что мы проведем в городе Ржеве, это будет тоже Ржевский гарнизон, тоже с прохождением военной техники. Поэтому всех приглашаем, но при этом не забудем, что все-таки еще есть необходимость выдерживать социальную дистанцию и применять защитные средства и меры для профилактики этих заболеваний, ковидной инфекции.